Старый, спятый. Следующее произведение, вот здесь магазин рядом есть, мы пойдем после вот этого концерта, эту песню продадим в магазин, «Давай-давай» называется. Вот, и у нас песня такая. Мы им продадим ее, подожди. Нет, боюсь, не успеете, потому что сегодня не до пяти. Ну, приедем завтра. Понедельник день тяжелый. Конструктивный вопрос. Так, ну что, поехали? Все песни про любовь. Я вот Маргарите Анатольевне Пушкиной объяснял, вот даже все ее песни, которые такие странные, страшные бывают, там иногда такие тексты. И я говорю, все про любовь. Про вурдалачью любовь. Ну, про любовь. Капитулируй, говорят. Давай, давай, давай.
после грета. Есть сильный дождь и ураган. Я самолет, но ты ракета. Как против танка мой нога. Давай, 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 давай скорей. Давай, 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 давай скорей. Все свистели, свистели. И ночь отправилась ко сну. Спят мирно тигры и газели. Что у нас в технике фантастики здесь еще есть. Ой, страшная песня. В общем, это композиция с первого альбома на стихи Маргариты Пушкиной. Вы понимаете, что мы коллектив как хоть и старый, но не гастролирующий, поэтому заранее прошу прощения. Но тоже песня же Маргариты Пушкиной. Да. Нет, эта песня не страшная. Эта песня даже очень хорошая. Потому что она ее очень в молодости давно написала. Еще была беззаботная. Итак, песня называется «Прошли времена». Сейчас я ее найду, потому что я нашел эту другую песню. Маргарита Пушкина, юная Маргарита Пушкина, написала стихи к этой песне. Мечты, родник откровений, засыпан осколками, как долго зимой умирают цветы, как быстро союзы венчают размолвки других красавцев тобой. Что за счастье я?
незримо с нами будет Маргарита Пушкина. Thank you.
еще одна инструменталочка от Алексея Чернышова.